Здорово, пацаны. Блин, это цирк. Нет, серьезно говорю. Так, сосредоточились, смотрим, короче, открываем Яндекс, блин. Ну это клоунада, блин. Короче, вот, смотри, сейчас я камеру переверну. Возбуждено уголовное дело по факту убийства столетнего ветерана Башкирии. Столетний. Сейчас я вам покажу, как он делает. Блин, ну это цирк, ёпта. Короче, ладно. Столетний ветеран. Сейчас я секунду выключу видео. Столетний ветеран убегает. Столетний. Блин. Вы даже в свои 20-30 так не бегаете, как бегает столетний ветеран. Ладно, суть не в этом. Я чё звонил-то, как говорится. Сейчас, секунду. Открываем Яндекс. Не могу. Так. Песков призвал Жириновского подкрепить обвинение доказательствами. Да ну нафиг. Блин, цирк. Так, объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня. Вы поняли, да? Я просто не могу. ВОЗ предлагают возврат ограничений в России из-за коронавируса. Ой. А, кстати, правильно. Надо вообще это ограничить, блин, ВОЗ, блин. И ВОЗ, и Россию ограничить. Так, ладно. Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко. Пацаны, вы только вдумайтесь. Песков ответил. Кто такой Песков? Пресс-секретарь ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко. Блин, ну я не... Ну реально цирк, блин. Причем здесь вообще Песков, когда разговаривает президент с президентом. Это первое. Второе. Во-вторых, что такое якобы? Когда, блин, вчера, да, я посмотрел, послушал запись, там, блин, ну все слышно, видно, блин. Там уже боты подсветились, ну ладно, суть не в этом. Блин, ну это цирк, это клоунада, понимаете? Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности. Адвокат-то здесь при чем, я не понимаю. А, кстати, знаете, если честно, что такое адвокат? Сейчас я вам расскажу. Смотрите, когда вы там отсидели в тюрьме, да, там, начитались туда-сюда, вы потом приходите и адвокатом устраиваетесь. Это, кстати, практика, блин. Если честно, вообще, каждый второй адвокат, он практически, ну, не практически, он, это бывший зэк. Если вы мне не верите, вы можете просто открыть и почитать. Ладно, суть не в этом. Суть в другом. Так, в Швейцарии прошла жеребьевка четвертьфинальной Лиги Чемпионов. Блин, тебасас. Ладно, аномально... Надо вот так говорить. Аномальная жара вернется скоро в Россию. Так, все, что-то уехало. Курьерам Delivery Club выплатили деньги. Два тоннеля в 2020 году. Два тоннеля появятся у нас Тинау. Я не знаю, что такое Тинау. Тинау. Тюмень, что ли? Не помню. Тинау. Тинау. Так. Во! Москва заняла первое место в инвестре... Чего? Рейтинге.
хоть где-то, блин, первое место мы заняли, уже хорошо. А, вот опять листается. Курьером туда-сюда долгов по зарплате выплатит. Да, это мы поняли. Сейчас он там перевернет. Нет, вы не думаете, что я сам с собой разговариваю, а? Два тоннеля. Стартовал. Субсидии. Ничего не понял. Первое. Фито по новым ЦК появился на станции. Короче, где-то на станции появился. Москва заняла первое место в инвестиции, блин, регионов ОСИ. Это новость Яндекс. Нет, серьезно говорю, я ничего придумаю. И аномальная жара вернется в Москву 11 июля. Очень хорошо. Очень хорошо. Так. В Москве завершилась проходка первого тоннеля коммунарской линии метро. А, подождите, смотрите, дальше-то про Москву что. Метро Москвы, я ж ничего не придумал, вот, читаю новость. Вот, 10 июля, пятница, 15:25. Если кто не верит. Короче, метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке. Знаешь, как вот все время говорили там, да, как тебе там, до фиолетово, да, до фиолетово. Главное фиолетово, на фиолетовые ветки и фиолетово. Так, по заселению, по реновации столицы передали 55 новостроек. Короче. Дома, которые не продаются, не покупаются, да? Ну, их 55 штук было. Под заселение их отдали. Под реновацию. Блин, ну это... Так, курьером... А, ну это я все прочитал. В принципе, это все, ребят. Пока это все. Очень серьезный выпуск у меня был. Сейчас. Очень серьезный. Да все, наверное. Это сейчас опять напишите. Пьяный. Нет, я еще не закончил. Короче, пьяный флан. Все время. У меня все комментарии там, знаете, как протрезвел, протрезвей и тыры-пыры, 8 дыр. Ребята, протрезвейте сами. Блин. Я не могу.